Абрамов, хорошая передача на Емельянова. Два очка зарабатывает Емельянов. Пичугин, день авиации. И хорошая скидка на Дружкова. Два очка забивает. Карцев с дальней мажет. Карцев забивает два. Забивает первый штрафной бросок. И второй забивает. Панкин перехватывает и сверху несет второй раз. О-о-о-о! Хорошая скидка на Карцева. Ай, Карцев, давай. На крюка, крюк с дальней. Бэм! Забивает крюк 3. Так, чем ответит Джорджи Таун? Будет обыгрывать Монахова 1-1. Проход, флотер бросает, забивает 2 очка Панькин. Монахов забивает 2 очка. 3 очка разница, друзья. 3 очка разница. Разница, друзья, 3 очка. Панькин. 3 очка разница. Разница, друзья, 3 очка. Панькин с мячом. Идет проход. Ой-ой-ой, Панькин 2 очка забивает. Как же красиво играть. Проходит Старосельский. Под кольцом проходной дворик, и Старосельский забивает 2 очка. Абрамов. Пичугин с дальней. Бэнг! Забивает 3 Пичугин. После травмы. Что упало? Гильманов второй забивает. На показе со средней забивает 2. По-моему, да, там фол все-таки был. Но. Этот проход Царосельский продавливает и забивает тяжелые очки. Дальше. Монахов. Будет 3 от Титова. Бэм! Забил. И забивает второй. Дальше на крюка. Крюк. На Киселева. Киселев 2 очка забивает. Находит Емельянова. Емельянов 3 мажет. Абрамов забивает 2 очка. Абрамов крюк выкарабкивает мяч. Надо разгонять. И Панькин сверху! Киселева. Киселев на Панькина. Пэм! Забивает 3. Эстония выиграет. Сохраняет мяч Панькин. Крюк забивает 2 очка. Обманул всех, я. Кашпармак. Ой-ой-ой, не то! Абрамов! Сверху! Море. Гриша на Киселева с дальней. Бэнг! Забивает. Сычом перехватывает Гильманов. Панькин будет ли сверху второй раз? Ай-яй-яй. Слетел, да, видимо, мяч у Панькина. И третий будет ли забит? Забивает 2 из 3. Замена. Дальше Емельянов проходит. Забивает Емельянов. Пичугин, хорошая передача на Куравлёва. И 2 за очка забивает Куравлёв. С дальней Пичугин. С возвращением. Монахов. Будет ли 3 Монахов? Пичугин! Не точно, Пичугин. Надо разгонять атаку.
Хорошая передача на крюка. Крюк забивает два. Перехватывает мяч Пичугин. Киселев будет ли сверху? Бау! Флоутер бросает Григорий. Старосельский зарабатывает. Пичугин. Два очка зарабатывает. Кашпармак чем ответит, дает проход. Ой-ой-ой, какой гол забивает у нас Кашпармак. Сельский нахуй какой-то бросок непонятный просто. Пичугин отвечает с дальним.